И привет всем, друзья, вы на канале Sales Optimus. Сегодня у нас связка вот таких вот петард Corsair 1 от Super Salute, Corsair 2 от русского фейерверка и Corsair 3 от русского фейерверка. В общем, будет связка из 90 штук вот таких прикольных петард. Я их вставлю в специальный пенопласт, который подобрал, вот он. Буду вставлять пенопласт, будет намного легче мне, как я в прошлый раз делал, еще года два назад делал видео, где я клеем приклеивал, чтобы они стояли, все вот эти вот корсаринки, все маленькие такие. Вот здесь мы просто будем втыкать в пенопласт вот петарды прям вплотную, близко-близко. Следом же я сверху посыплю от других петард порохом, чтобы они все одновременно подожглись. Вот. В принципе, все, будем смотреть на 90 взрывов от первого Корсара до третьего. Погнали. Короче, ребят, пенопласт была такая идея. Я смотрю, короче, что как-то все не очень получается. Либо пенопласт такой жесткий. Вот, все рассыпается. И вот так вот происходит. Вот, я думаю, просто связочку эту положить на пенопласте сверху. Вот, разложу сейчас и включусь. И, ребята, смотрите, какая красота получилась. Прям мне прям нравится. Corsair 2, Corsair 3, Corsair 1. Вот, со всех сторон показываю. Туда засыпал между ними, смотрите, порох. Поставил друг напротив друга, чтобы они с кайфом разорвались. Ну что, ребята, теперь я беру этот кусочек пенопласта с нашим артиллерийским набором и шагаем в поле. Ну что, ребята, мы на поле. У нас вот такая связочка. И мы погнали поджигать. Посмотрим, что еще останется от пенопласта. Ух! Все подожглось, вообще супер. Посмотрим, что осталось от пенопласта, от такого поджога. Вон дыромахина какая. Вон еще петарда догорает, может, она еще бахнет сейчас. Так что аккуратно. Ребят, никому не повторять. Подписываемся на канал Sales Optimus, ставим лайки, комментируем.